22 ноября Рохм, крупный японский производитель силовых полупроводников, объявил о подписании соглашения о сотрудничестве с Mazda Motor Co. Ltd. и Imosin Electric Manufacturing Co. Ltd. для совместной разработки инверторов и силовых модулей из карбида кремния для электроприводов в электромобилях. Благодаря этому совместному проекту Ром считает, что компания сможет получить представление о производительности и лучших методах вождения силовых полупроводников на уровне транспортных средств, что поможет разработать более конкурентоспособные MOV-транзисторы и модули из карбида кремния в будущем. Понятно, что целью трех сторон является не только создание новой ценности через взаимопонимание между автопроизводителями и производителями компонентов, но и продвижение технологических инноваций в автомобильной области путем предоставления приобретенных знаний, технологий и продуктов большему количеству стран и регионов по всему миру.